Новое здание и оборудование по последнему слову техники. Сегодня состоялось торжественное открытие 5-го корпуса клинической больницы имени Семашко. Он был построен в кратчайшие сроки, всего за 7 месяцев, благодаря средствам из федерального бюджета. В здании располагаются офтальмологическая поликлиника на 150 посещений в сутки и стационар. Символическую красную ленточку новой медицинской гордости региона перерезали губернатор Рязанской области Олег Ковалев и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Специалисты, офтальмологи у нас великолепные, они хорошо знают свое дело, и очень важно пульмонологическое отделение, потому что очень много осложнений после простудных заболеваний, после гриппа, как раз связано с осложнениями на легкие. И, конечно, хорошие условия и высококвалифицированные специалисты помогут нам, в общем-то, в борьбе с этими болезнями. Особенностью корпуса стала полностью электронная регистратура. Благодаря этому пациент из любого района Рязанской области может через своего лечащего врача записаться на консультацию к специалисту в удобное для него время. Если ему нужна амбулаторная карта для предъявления доктору по месту жительства, мы вполне ее можем распечатать и отдать ему на руку. На руки мы можем также на флешку скинуть эту амбулаторную карту, то есть как удобно пациенту. Также в корпусе расположен современный рентгенаппарат. Таких в стране всего 4, и впервые он появился за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Подобное оборудование поможет увеличить объем высокотехнологичных услуг и улучшить качество лечения. Уже сегодня новый корпус встретит первых посетителей, которые на практике смогут оценить все достоинства современной медицины.